Итак, привет всем. Сегодня у нас 30-долларовая сессия, предновогодний сезон, Рождество. Ну где-то же должны быть какие-то выигрыши интересные, правильно? 20-долларовый билет, можно выиграть до 10 миллионов долларов, между прочим. And all winning tickets total 30 bucks or more. То есть, несмотря на то, что цена билета 20 долларов, и обычно минимальный выигрыш равняется цене билета, в данном случае стоимость билета 20 долларов, но если ты выиграл, то ты получишь минимум 30. То есть у них призы начинаются с 30 долларов. Ну давайте смотрим. Из этих 30 долларов, которые я потратил, 22 по 5, ну может быть долларов 5 будет назад. Значит, здесь мы ищем звездочку. Звездочка есть, звездочки нет. Если бы была звездочка, это бы мы бы выиграли что-то. Здесь бы внизу был приз. Ну, в данном случае было бы 50 долларов. Значит, здесь могут быть мультипликаторы 2, 5, 20. Если семерочка такая сверкающая, значит, выиграешь приз, который указан. Звездочка, значит, здесь. Здесь у нас звездочки быть не может. Итак, смотрим. 29, 11, 3, 18, 24, 31, 25, 30, 29, 6, 22 и номер 9. Повторяющих номеров я не вижу. Может быть, есть шанс что-то выиграть. 29 и 12. А у нас есть 29 совпадения. Наверное, 5 долларов будет, да, статистически. Нет, нам дали 10. Хорошо. Больше, чем ничего. 12 у нас нет, случайно нет. Жалко. 10 и 32. Тоже нет. 10 долларов. Ну, неплохо, но мало. Здесь мы смотрим, звездочка есть, звездочки нет, есть какая-то вишенка-черешенка. Здесь звездочки тоже нет. Значит, смотрим выигрышные номера. 33, 12, 8 и 19. 8, 12, 19, 33. 8, 12, 19, 33. Восемь, двенадцать, девятнадцать, тридцать три. Этот билетик не выигрышный. И здесь мы смотрим, получим ли мы упомянутый минимум 30 долларов или нет. Было бы интересно, конечно, найти 10 миллионов. Значит, здесь у нас, если есть звездочка, значит, выиграешь 50 долларов. Не выиграл. 100 долларов банкнота. Тоже нет. Что хорошо, есть шанс выиграть, потому что если бы ты выиграл 100 долларов, то шанса выиграть 10 миллионов у тебя бы не было. Значит, здесь у нас могут быть мультипликаторы 2, 5, 10, 20 или 100. Мешочек с деньгами, все 20 призов. Ну, давайте смотрим. Наши номера 35, 31, 26, 16, 24, 21, 25, 32... 27, 1, 9, 11, 6, 29, 23, 3, 14, 15, 33 и 8. Что-то мне подумалось, что 33 было. Нет? Нет, было 32 и 23. Итак, есть все шансы выиграть 10 миллионов. Номер 34. У нас есть 35 и 33. Это так, как они всегда делают. Номер 12. У нас есть 11, наверное, 13. Ну, 14, да? Номер 12. Есть у нас где-то номер 12? Номер 4. У нас есть 24. Номер 19. Тоже не вижу номера 19. Номер 22. У нас есть 24, 25, 32, номер 18, номер 36 и, наконец, номер 17. То есть, по всей видимости, это билет не выигрышный. Я его, конечно, отсканирую на всякий случай, может быть, я ошибаюсь. Но будем надеяться, что следующие игры будут лучше, следующие билетики.
Значит, было потрачено $30, назад получили 10. 30%. Ну, больше, чем в среднем. Могли бы вообще ничего не получить. Ну, давайте, пока.